Серед постійної напруги дозволь собі тайм-аут і дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Хабет. OMTV.ua про головне. К сожалению, вот этот недостаток артиллерии противник пытается компенсировать ударной беспилотной авиацией, FPV-дронами. Их на всех участках очень много. Российская стратегия активной обороны против троянского коня из Пентагона. Соединенные Штаты Америки и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Наш ответ не заставит себя ждать. Враг будет разбит. Победа будет за нами. А если мы будем проигрывать, мы уничтожим весь мир. Телеканал «Настоящее время» опубликовал материал о даче и квартире начальника генштаба генерала Герасимова, не влезающих, как можно судить, в его декларации о доходах. Официальный доход Герасимова и его жены с 2009 года около 31 миллиона рублей. При этом городская квартира жены генерала, купленная в 2013 году, по оценке стоит около 50 миллионов рублей. Подмосковная усадьба Герасимовых – примерно 135 миллионов рублей. В настоящее время обратилась за комментариями в Миннападение. С вопросом о том, на какие средства приобретена недвижимость главы генштаба. Но ответа не последовало. Эти разумные вопросы Коношенков именовал кампанией в прессе против руководства Минобороны. Ответьте на вопросы настоящего времени, Коношенков, по существу, а мы сопоставим то, что вы сообщите, с приведенными фактами. Российская армия впервые закупит боевые машины поддержки танков, или, как их еще называют, БМПТ-терминатор. Первая партия новых учебно-боевых вертолетов поступила в авиацентр ВКС Тверской области. Оснащение армии современными вооружениями стало сегодня одной из основных тем на заседании коллегии Минобороны. В командовании прогнозируют, что в течение 4 лет современной техники в войсках будет не менее 70%. Минобороны РФ определилась с 12 организациями, которые получат контракты на строительство объектов спецназначения без конкурса. Якобы это поможет сэкономить время на проведении тендеров. На строительство с 2018 по 2027 годы Минобороны потратит 1 триллион рублей. Исполнителями заказов станут структуры, входящие в Министерство обороны. Ситуация просто идеальная. Получаешь деньги из федерального бюджета, сам себе назначаешь цены и сам на себе зарабатываешь. При этом сам же контролируешь и расход денег, и выполнение работ. И сколько федеральных средств при этом может быть распилено, известно только министру обороны Сергею Шойгу и его заместителям. Принятое в ведомстве решение является продолжением внутренней политики Минобороны, которая пытается скрыть от посторонних глаз все, что в нем происходит. Еще в 2014 году Главное управление обустройств войск, руководимое ныне замминистра обороны Тимуром Ивановым, приняло решение об отказе от субподрядчиков, о приобретении профильных активов и включении их в это самое управление. В результате была создана структура, внутри которой осуществляется все движение бюджетных средств, и контролирует его Тимур Иванов. Видимо, результат такой работы и возможных распилов пришелся Сергею Шойгу по вкусу, а тут выделяют целый триллион денег. Как упустить такую возможность? При этом задействуются все имеющиеся инструменты. Было завершено расследование о хищении более миллиарда рублей экс-заместителями главы спецстроя Александром Загорулько и Александром Буряковым. Хотя сами военные чиновники хищения отрицают. Они просто завышали стоимость строительства на 10%. Которые, по всей видимости, и клали себе в карман. А эти 10% шли не из бюджетных денег. Роскосмос требует 14 миллиардов рублей сдаль спецстроя,
который входил в спецстрой и осуществлял строительство космодрома «Восточный». Курировал его экс-заместитель главы спецстроя Александр Мордовец, а всего военные строители не могут отчитаться за 29 миллиардов рублей, потраченных при строительстве космодрома. В 2011-13 годах спецстрой возглавлял Григорий Ногинский, питерский миллиардер, сколотивший себе состояние на посту зама вороватого министра обороны Сердюкова. Вот этот бывший министр обороны – это такая боль. И мне кажется, вы его назначали, и даже в последнее время по телевидению уже оправдывали. Вот я бы хотела спросить, что вы можете сказать по поводу вот этого руководителя и как вернуть эти деньги, которые они уворовали, «Славянка» это и прочее. Вот. Что нам делать с обороной Российской Федерации? Чего они уворовали там? Уворовали, ну миллиарды. Вы не знаете? Нет, не знаю. 5 июля 2017 года был уволен теперь уже экс-глава спецстроя Александр Волосов. И Загорулько, и Волосов работали с Шойгу в 1995 году в МЧС. Если проанализировать ситуацию в Минобороны, то совершенно понятно, что там творится. Массовые хищения на миллиарды рублей, откаты и взятки, о которых не раз писали СМИ, выполнение заказов без конкурса – все как в старые добрые времена. А почему Сердюков получил место не в тюремной камере, а в совете директоров Объединенной авиастроительной корпорации? Да все очень просто. То, что он наворовал со своей женой – копейки по сравнению с тем, что растаскивают по карманам нынешние силовики. И посадить Сердюкова с Васильевой значит создать прецедент для будущих посадок. А так можно заниматься кражами в особо крупных размерах и после увольнения оказаться в каком-нибудь престижном совете директоров. Многие уже видели домик министра обороны Шойгу за 18 миллионов долларов. О нем целое расследование снял Фонд борьбы с коррупцией. А вот сам Шойгу снял, а точнее поручил бездарному пропагандисту Пиманову снять на бюджетные средства фильм «Крым». Фильм Алексея Пиманова по Крыму, который сделан с нашей помощью. Эту бредятину, якобы оправдывающую кремлевскую агрессию против Украины, талантливо высмеял Евгений Баженов на своем YouTube-канале Bad Comedian. Майдан! Сам фильм является лучшим примером того, как можно спустить в унитаз 350 миллионов бюджетных рублей в попытке оправдать воровство века. Мне, конечно, нравится то, что сегодня появляется все больше и больше фильмов про нас, про Россию, и фильмов не черных. Расист! Расист! Не знаю, то ли рыдать, то ли вешаться от всего от этого. Но хотелось бы, чтобы этих фильмов было еще больше. Сториус там пытается обвинять Путина, что Путин, якобы Россия, использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы. Женщина, очевидно, майор, называла сотрудника американских ВВС своим секретным агентом и тайной любовью. Одинокий Слейтер, видимо, в качестве благодарности за это тепло, в частности, рассказала о визите американских законодателей на Украину, а еще про поставки оружия. Например, в какой-то момент загадочная пассия написала: «Любимый Дэйв, у НАТО и Байдена есть какой-нибудь секретный план, чтобы помочь Украине?» За щедрые ответы на все эти вопросы любимому Дэйву грозит до 10 лет тюрьмы. OMTV.UA про головне. Есть у них и другая артиллерия, да, есть и дроны, которые можно издалека запускать. Какая-то вот тряпка.
для нас это не просто борьба за какое-то геополитическое состояние. Для нас это борьба за существование самой российской государственности, потому что противник наш, или, как я говорил раньше, партнеры, да, у них же одна задача. На предыдущие десятилетия мы за, и в предыдущие десятилетия мы за это убедились. Раскачать, растащить по кускам. Вот в чем все дело. Как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Подскажите президенту, пусть молчит, пусть меньше рассказывает про нос, про свой многострадальный. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. У многих возникает вопрос, а вот не стоило ли, может быть, начинать специальную военную операцию тогда, в 2014 году? Ведь, наверное, многое было бы легче. Ведь тогда там очень многие люди нас ждали. Да и Запад еще не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием. Но это могут решить только военные. Теперь нам говорят, что у нас в стране предательство, если я правильно понимаю. Потому что когда на полном серьезе говорят, что, оказывается, политически есть предательство, мне в это поверить сложно. Потому что если предательство было, мы бы не начали операцию. Наша была святая обязанность защитить крымчан. Вот что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но, как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирным средством ничего решать, а просто накачивали оружием Украину и готовили ее к боевым действиям. Я видел действия наших вооруженных, не наших вооруженных, прошу прощения, Донецкой и Луганской народных республик с нашими руководствами. Там наши советники были. В 2014-2015 году, когда действовали на окружение. Знаете, в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действиям в рамках так называемой Крымской весны. Кто выступил против ударов по мостам? Запретить, вывести мосты из-под удара мог... Можно было только решение Верховного Главнокомандования. То есть вы сейчас обвиняете Путина в том, что он приказал не наносить удар? У вас есть точные знания этого? Нет, подождите, точных знаний нету, потому что я не сидел на этих совещаниях. Но я делаю выводы из общей логики. Нет, общая логика как раз совершенно иная. Что было бы в 2014 году, очень трудно сказать. Ну и, наконец, нам, да, нам очень много нужно сделать, допустим, для развития там сухопутных войск. В течение года наши вооруженные силы решают задачу выдавливания противника из Донецко-Луганской республики путем лобового штурма укрепрайона. Вы хотите сказать, что Верховный Главнокомандующий предлагает лобовые штурмы? То есть вы считаете... Противника значительное превосходство в средствах разведки, в том числе в первую очередь разведки космической. Подача сигнала соответствующего из космоса по целям, которые выявлены будут у нас на фронте и в тылу. Вы говорили, что проблемы решаются или они уже решены, но тем не менее поток сообщений от бойцов с передовой не прекращается, обращения поступают к военкорам, к волонтерам, они просят не только обмундирование, это и медицина в том числе, потому что расходники очень быстро заканчиваются. И такой вопрос, кому верить, отчетам Министерства обороны или бойцам с передовой? Верить никому нельзя, только мне можно. И своим чередом, там все стабильно у нас. Никаких вопросов там и проблем сегодня нет. Своим чередом у него идет спецобострация. Все стабильно, никаких вопросов и проблем у них нет. Ну что же, вооруженные силы Украины помогут продлить эту стабильность. Стабильность увеличения потерь на фронте армии оккупантов и в целом деградации Российской Федерации. Неудивительно, что армия РФ, да и в целом общество России, переживает моральную деградацию, если так называемые духовные лидеры, а проще попы Гундяевской церкви, сравнивают толерантных людей со свиньями, которые жрут любые помои, которые в корыто положат. И мы не можем быть толерантными, слово толерантность. Что такое толерантность? Медицинский термин, который о том говорит, что организм не борется с бактериями. Надо же ведь так жить-то. Конечно. Нас пройдли в некоторых уродов, понимаете, в чем дело? Ничтожных существ, которые Богу противны. Свинья абсолютно толерантна. Да. Она жрет любые помои, которые в корыто положат. Правда.
Где-то мы это уже слышали. Любой эпатаж, любое снижение планки, любое снижение, не знаю, морали и правил people будет хавать. Но тогда в один прекрасный момент мы обнаружим себя просто в грязи, купающимся, как свиньи. И будет такое общество. И будем хавать друг друга вместе с грязью. И вот там мы себя найдем. А ниже уже опуститься будет нельзя. И помой, и что угодно. И положит, она прям с удовольствием ест. Много. Становится толстой свиньей. Для этого, собственно, и растят. На забой. Даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Дело не в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая, самостоятельная страна, как Россия. Что бы нам это ни стоило, мы победим. Победим. Обязательно победим. Ну, не надо пить информационное успокоительное. А то иногда распространяется информация о том, о каком-то морально-психологическом надломе вооруженных сил Украины. До взятия Киева, коллапса или развала киевского режима, когда Луны, когда в ближайшие годы этого не будет. И вообще, возможно, никогда не будет. Если вообще все посыпется. Мы говорим, мы сейчас Маринку не можем взять. Мы сделаем все для того, чтобы поддержать наших братьев и сестер. И в Запорожье, и в Херсоне, и в Донецке, и в Луганске. Мы будем делать все для того, чтобы обеспечивать безопасность, повышать уровень безопасности на этих территориях и для этих людей. Мы будем делать все для того, чтобы возрождать экономику, восстанавливать инфраструктуру. Кто не с нами, кто под, тот под нами, да. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. И самое ужасное то, что эта скверная репутация получается, что заслужена. Получается, что оно заслужено. Мы действительно там в той или иной степени, в большей и меньшей, но виноваты в том, что мы позволили России оказаться во власти человека, который напал сейчас на Украину и который угрожает миру ядерной войной. Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе – в этом как раз и есть смысл специальной военной операции нашей страны. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. Россия, если угодно, это что-то как церковь, это как религия. Шахтные комплексы будут модернизировать, а 4 французские АПЛ уже готовятся к проведению пусков учебных. То есть Эммануэль делает вид, что готов идти ва-банк.